Орловские команды Госуниверситет ШВСМ и Атлант, выступающие в первенстве России по мини-футболу среди женских команд, продолжают уверенно выступать и могут встретиться между собой в полуфинале. Футболистки Госуниверситета дважды обыграли Клинцовский Луч и Брянский Арсенал, а Атлант неожиданно переиграл лидера – Усманскую Чайку 5-0 и 5-3. Первые полуфинальные поединки пройдут уже 5 апреля.